Ноги. Или попробовать его убить. А, получилось. Смотрите, лежит, лежит. Лежит предмет. Yes! Достижение! Отлично! Ну все, можно не париться. Отличненько. Ах, круто. Что, теперь даже можно умереть, что? Я все равно не знаю, как отсюда вылезти. Достижение у меня уже есть. Да пошел ты, блин. Противник. Уйди, противник. Какой у меня топор мощный, а? Блин, прокачать бы его еще разочек, а? Последний. Сейчас, может, найду выход отсюда. Где-то же должен быть выход. С какой-то стороны. Будем искать. Ай, тупик. Нет, не тупик, не тупик. Не тупик, ребята, не тупик. Здесь выход, кажется. Да. Давай, вылази! Ай, блин! Камнем по башке! Нет, пожалуйста, нет! Ой, я не знаю, где я вылезу вообще. Не могу понять. Чёрт! О боже. Выглядит жутковато. В лабиринте есть крутая одежда. У меня уже есть, короче, такая одежда с такой шляпой, знаешь, как у Гэндальфа из «Властелин колец». Дигнум, привет! Не забудь взять предмет с мозга. Договорились? Перед тем, как пройти игру... Что? Блин, Литл, ты меня смущаешь очень сильно. Я же прямо сейчас собираюсь пройти игру. Вот прям вот я туда и иду, чтобы пройти игру. Как же мне взять этот лабиринт с мозга, как ты говорил? Ой, тьфу, лабиринт, предмет. Ладно, у меня есть резервное сохранение, поэтому... Если что, я его просто загружу и все. Че я буду париться? Сейчас я пойду мочить последнего босса. Я вспомнила, как играть. Самое время пойти к этому боссу. Ой-ой-ой-ой-ой-ки. Чё ты прыгаешь на меня? О, я нашла выход, по-моему. Знаете, в чем прикол? У меня вообще нет аптечек, это ужасно. Как же я могу пойти к последнему боссу без аптечек-то? Все время какие-то препятствия на моем пути. Терпеть не могу это место.
Вот где здесь вход? А, вот он. Все, сваливаем отсюда. Ты не сможешь сделать чашу. Ну, все, я поняла. Я просто загружу потом. Это же не обязательно делать в игре плюс. Я же могу это сделать. Ну, вообще все эти подземелья пройти до последнего босса, правильно? Правильно. Я просто загружу потом сейф и пойду проходить подземелья. Вот так вот я сделаю. Так, 20 аптечек. Нет, маловато. Пойду аптечки пособираю. У меня есть вот это место, запретный лес, где я постоянно собираю аптечки. Нетушки! Да-да-да, у меня сейф есть. Я сегодня разбиралась, как его сделать. Оказалось очень просто. Вообще тут очень просто. Просто сейвы перекинул, потом закинул обратно. Вообще круто. Почему ты ничего не собираешь от убитых? Как это? Собираю вообще-то. Я, может, просто что-то пропустила? Не, вот в той локации, в которой я сейчас была, я просто вообще не планировала из нее выбраться. Потому что я просто в самую адскую задницу провалилась под мост. И я думала, что я просто не выберусь оттуда. Поэтому со осьминогу, с этих я ничего не собирала. Вот здесь я собираю, потому что они аптечки дают. Я просто сначала их убиваю, а потом смотрю, осталось с них что-нибудь или нет. Так ты достал. Ты чё? Как ты выжил вообще? В нашей потасовке-то. Ну вот, с них ничего не выпало. С них иногда с каждого выпадает. А, не, смотрите. Пули не лезут. Иногда с каждого выпадает аптечка, и плюс еще 8 тысяч, я иду еще покупаю аптечку. То есть за один раз у меня может быть вообще дофига аптечек. Но не в этот раз. Камушки. Камушки нафиг не нужны. Я еще и поняла, что я коктейлями молотого вообще не пользуюсь. Много чем не пользуюсь. Это печалька. Аптечек на двух боссов надо побольше. Ну, ой, нос чешется. Да я так и поняла, поэтому сейчас я пособираю чуть-чуть. Это будет, конечно, не очень весело, но сейчас я несколько раз сбегаю. Почему нравится, наверное. У меня его нет, меча Людвига. Наверное, нравится. Просто, видишь, у меня как только появляются деньги, я трачу их или на аптечки, или на прокачку. Прокачка очень много стоит. Поэтому так получается. Мне не хватает на оружие, мне не хватает на костюмы, ни на что не хватает. Кстати, кто-нибудь в курсе, чтобы получить достижение за все оружие, мне нужно это все оружие купить, или оно должно быть просто у меня все доступно в магазине? Вот такой вопрос. Потому что мне один чувак сказал, что ты можешь его типа не покупать. Я покупала.
Я не совсем уверена, что достаточно, чтобы оно просто лежало. Так, коктейль Молотова. Угу. Да блин, аптечки давайте. Совсем офигели. Ой, как много написали, я что-то не успеваю читать. Я только сейчас прочитала, Денис, то, что ты написал про Windows. Слушай, бывает. Я практически постоянно этим занимаюсь, потому что я борюсь с ним просто постоянно. Смотрю твой стрим, такое ощущение, что вернулся в прошлое. Но я не хотела, чтобы такие ощущения начали возникать. Просто да, так получилось, что я долго не играла. Бонжур, хеллоу, аюф. French? Нет. Russian. А сзади почему не убиваешь, а просто рубишь? Сзади почему не убиваешь? Ну, потому что у меня и так вроде получается. Наверное, поэтому. А, надо, чтобы было в инвентаре. Подожди. Надо купить. Да, Дигнум? Все, я поняла. Нужно купить. Это я говорила, что не нужно, извиняюсь. На все оружие тебе еще нужны перчатки из лабиринта. На все оружие. Как это понять? Что мне нужны перчатки. Да, мне дофига еще что из лабиринта надо. У меня как раз вот останутся достижения, связанные с лабиринтом. Так, еще раз бегаю. Мини-геймс, привет. Это приятное ощущение, ну, понятно. Хорошо тогда, что приятно. Но все равно я не специально. У меня совсем не было времени, и несколько раз совершенно не было настроения. Без настроения стримить и играть это вообще невозможно. Ну, не стоит этого делать вообще, когда нет настроения. Можно что-то не то наговорить или делать, и вообще не будет получаться играть, поэтому я всегда играю только когда есть настроение, когда действительно хочется. Ну стой. Так сильно хочется после этой игры поиграть в Dark Souls 2. Вообще очень хочется. Я ее обязательно куплю, у меня мечта есть. Но она вот практически вот такая же, но у нее, правда, нету такого, что все там с кровью. Тут именно Bloodborne все-таки все с кровью связано, так прикольно. Стилистика такая клёвая. Но мне кажется, та игра, она тоже будет очень интересная и примерно на таком же уровне. Я её очень сильно хочу купить со временем. Больше дают за такие убийства. А, да? За убийство, как ты сказала, сзади убивать? Слушай, а я никогда не смотрела, ну, сколько мне вообще дают за убийство.
не знаю, я как-то в тупую рублю себе.